Министерство труда России утвердило порядок предоставления сведений россиянам о предполагаемой сумме пенсионных накоплений. Соответствующий приказ был опубликован на официальном портале правовой информации. Он вступит в силу с 2022 года. Сведения о сумме пенсионных выплат будут предоставляться застрахованным женщинам и мужчинам, достигшим 40 и 45 лет соответственно. При этом обозначенная категория граждан не должна получать пенсионные выплаты. Информирование о пенсии осуществляется раз в 3 года.